Я не думаю, что это большой недостаток, что вы, Юрий Геннадьевич, не руководили соединениями. Вам не надо будет фронтами руководить. Вам надо будет обеспечить порядок в стране. При необходимости, если придется задействовать наши внутренние войска. Это ваша прерогатива. Этим вы отличаетесь и будете отличаться от других, что вам надо обеспечить внутри страны порядок. Ну, не дай бог что, мы люди в погонах, все пойдем на фронт. Если угроза будет извне, вы руководили лучшим отрядом специального назначения, быстрого реагирования, СОБР, это очень подготовленный отряд. Я очень хорошо знаю, потому что принимал активное участие в его формировании, когда он только зарождался. Мы его шлифовали, дошлифовывали, я надеялся, что это будет очень хороший коллектив. Я ничего плохого не слышал о деятельности СОБРа, только положительные. Ребята всегда в строю, разного рода бандюганов и прочих, мы всегда мобилизовывали отряд для задержания, нейтрализации и так далее. Поэтому вот этот опыт у вас хороший, он для вас пригодится всегда.